А кто там сдох? Давайте его засмоним просто. Поставьте шкаф. Ну тут Рейвен рисую. Ага. Вставайте, Сенджикс и Шанишка. Дадим ребаф и полную тему. Ты там будешь прям серьезным мужчином в костюме все дела или так себе? Нет, конечно. Оверсайз, футболка, шорты, Джорданы на ноги и пошел. Эй, батя! Куда ты, чем я летел? Еще побриться не мешало, там похуй. Я надеюсь, ты шутишь про футболку, в смысле, на первую встречу с родителями. Ты так-то не шути. Да не, у меня просто, ну, нету рубашек, ни брюк, ничего. А нормально. Ну, хотя бы пола какой-нибудь отутюженное. Пусть она тебя отутюжит что-нибудь, чтобы чистенький был просто. И побрейся. Не, я тяну просто белую футболку, и посередине будет череп охуевший такой. Идеально. Нет. Что за ужас. Был бы я отцом, я бы сразу же нахуй дал согласие. Да это прям выглядит сразу. А там батя, прикинь, такой, короче, выходит с кожанки, блядь, вся хуйня, потлатый рог, ебал нахуй. На мотоцикле в доме нахуй вот. Не, просто там, ну, кто шарит, футболка, этими спорты, типа, ну, реплика, офлайт, то есть, ну, как бы, нормально буду выглядеть. Родители не шарят, 100%. Да похуй, очки Луи, как бы, ну, там, все нормально, ничего страшного. Поймут, кто кому надо, тут поймет, короче, а остальные похуй. Да ну нет. Да. Ну, а вдруг он зайдет такой вот здесь в шортах и такие... Ключи на стол дал, все, короче, батя езжай, все, батя похуй там, хоть в трусах пришел. Чего мы опять стоим? Центр. Когда выйдут мобы, поставлю череп. Как только начнут крутиться, милики, отбегите. Убьем мобов. Хочешь, бать? Давай. Давай. Не, я снова покалам, давай. Пизду, короче, нахуй. Ну, пусть где же тебя апокалипсис тебя дрысит, просто, ё-моё. Трижды просто отымел. Ты два нолика забуду дописать. А пока я за тебя, если что. Болею. Не болей, выздоравливай. Не, Блуд, с тобой нельзя, ебать. Ты разуваешь, блядь. Блуд, давай на 10к. Гулять так, блядь. Опа. 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 Все, теперь восстановим. Сейчас восстановим свою честь. Или нет? Смотри, смотри, застал, короче, кинул срок. Не, он кинул. Брэй, а, я думал, это с апахалом, извиняюсь. Да не, у них там, короче, с этим, с апахалом мафия, понимаешь? Типа, МММ пирамида, короче. А пока у него забирает, а он у других. Акции вашей компании можно скупить? Если проведет друга, конечно. Если проведет друг. А как ты привел друзей? Кстати, Андрюха, слышишь, у тебя есть возможность сделать ДДшные фласки? Ну, не фласки, а масло ДДшное. Да, у меня все масло есть. Все, ну, аж, все два вида. Короче, наделай ДДшного масла в ГБ. Там возьми все реги, которые надо. Да. И что не будет хватать, скажешь, я там докуплю. Да, я докуплю. Так, поставил черепок. Играйте все по черепку. Справа давай Сенджикс, слева Вакати. Вон. Милики, оставайтесь без этого, я переставил череп на другого РДшника, играйте по другому черепу. Женя, кто, короче, танчит одного, сейчас заберет любого. Кроме черепа. Когда добьют. Блять, еще пауки вышли. Нажми массейв, Сенджикс. И Вакати тоже. Забакали, что ли? Походу, да. Не должны были выходить.
Булт решил отыграться, да? Поставил еще череп. Массейв, мастер на огонь, на лед, точнее, если есть, извините. Я думаю, Геру даже сдайте на кино. Ну, кстати, КД, Геру. Я просто тоже мертвый не вижу. Я что-то все же еще пойдут эти вот пидоры. Ставил череп. Я стараюсь их подмораживать. Так. Пусть вот лейнер по Вову. Пизда, ну, второй раз бьем. Это давайте вайпнемся, это хуйня какая-то. Не, подождите вы. Пошли, выбежим. Выбежим, Хала даст диван по мне. Никто не встает. Короче, если кто-то упал, никто никого не ресает. Ну что иногда багается из-за реса. Верно. Просто кто-то в инс зашел. Или в инс, да. Это был ловец снов. Не может быть ловец снов, потому что он был с нами. А, он сдох, да? Куда вы убегаете? Убегаете, подойдите и сдохните, блядь. Что вы делаете? Сдохните, подойдите. На лифте уехали. Красавчики. Блядь, вы что угораете? Что он долго же будет время, только тратим зря. На мне нет комбата, все хорошо, я как бы обезопасил. Юра, стой, не забегай дальше. Юра, куда побежал? Сейчас запустишь ивент. Кто умер с противоположной стороны, Марсес и Сензик сможете вставать. Да что, чего она достала? Достала. Да кого Масрес не достал, можете вставать. Ставь сразу же как. Секундочек за зефиркой. Петя, тебе надо уходить из Морски? Хорошо, уходи, Дэн. Сможешь на одного персонажа когда принять? Которому шмот не особо нужен. Но у меня на ДК-шку только и нужен. Ну давай, давай же. А мы убьем или просто зайдем, пройдем и разойдемся? Не, убьем, просто нужно человеку уйти. Ну, срочно написал. Появились неотложные дела. Короче, мы тебя потом засмоним, зайдешь. Рыбу поставил. Ну как раз бекашка. Мы пока трэш еще эту хуету будем чистить. Окей, давай, не заходи. Добролечу быстро. Кидай, ролл. Только не... Нет, только не заходи в инст, пожалуйста, а то багается мимо. Подождите. Гони косарь. Ты говоришь, подожди, ты что-то там подкручивался. Так, давайте не будем время тратить лишнего времени сегодня, и так долгий рейд будет. Мне косарь должны, а ты же не дай. Фобус. Все, пошлите все в центр. И... Смотрите, не поднимайте пафы. Плюс, пока танки не забрали жуков, не бейте их. Они вас поубивают. Хотя, что ты в Лукинайках фармишь? Да я регнул РБК-шку, попал вагоном 213. Вот вагоним. Все, с Халом больше в эти игры не играем. Он наебал на косарь. Если наебал, не отдает косарь? Да. Все, главное, видно, это честность.
Да, да, проверка, кстати, идея хорошая такая. Не резайте кусяу. Не резайте, сказали. Так в неё плюют. Не резайте. Резты два раза. Короче, нормально. Давай уже туда раз резнем. Поставил череп. По черепу играйте. Вот, кто-то уже заивейдился. РДДшники по другому мобу играть, а милики по черепу. Для РДДшников другой череп переставил. Опять так по одному мобу забил. Блять, ну! Ладно, давайте поднимем. Я думаю, это кто-то жмет мелт, либо, короче, уходит в инвиз или что-то подобное, нахуй. 100% того. Сбрасывает комбат ноль, типа. Там это что-то надо, блять, на одного тима вряд ли. Ну. А сейвы отдайте. Дай Геру, кто там есть. Так, не скидывайте комбат, если что, тоже маги там и так далее. ПД тоже не жмите ханты. Рогов не жай вами. И этот. Давайте как обычно танки. 3 на 1 забирает, 3 второй, короче, похер. Милики вначале побьют только, потом РДшники разберутся. Какая-то хуйня, сейчас будем здесь полдня сидеть. Ну, поставил с левой стороны, будем бить, поставил череп. Играйте по черепу, все прям. С правой стороны никто никого не трогает. Не уводи никуда, ну куда повел? Все, милики отбегите. Когда будет два моба, тогда подбежите. Идите бейте двух, вот эти. Когда останется один, РДДшники, переключайтесь на другую пачку. Поставил череп. Все нормально, дальше вот, нормально. Этот, заберешь, когда дотанчишь одного любого перетаунти. Не теряйте их, пусть это они сейчас опять забагаются. Череп добиваем, забери какого-нибудь любого моба, второй танк. Чуть-чуть отведи, чуть-чуть, только чуть-чуть, далеко не уводи никуда. Все, мельки. Можете уже свести. Они опасны, когда их трое. Все, это последняя пачка, нормально. Вроде как последняя. Я сейчас большие даже на полки выходить. А, может быть. Отлично. Не ресай, твоя сестра. Никого. Не, Сэндзяк, тут они дают души. Раньше баг же был, давали и репу. Ну, да. Я раньше так это на Львове, на цирке, да, такое было. Стоишь на одном месте и фармишек. Блин, надеюсь, это не заново запустили. Говорю, не ресайте, ё-моё. Да не, я вчера ресал, Сань, тут ничего не багалось. Это кто-то, ну, сбрасывал комбо. Раньше 100%, когда кого-то резали, когда я первый раз был. Я заметил, смотрите. Вот я первый человек, кого они берут в таргет, если он умирает, либо не шутится, вот тогда запускается, не знаю, запах. Я вот это
да, блядь. Это последнее. Будем надеяться, что это последнее, а не начало нового цикла. Похоже, начало нового. Подождите, никуда не бегите, никто. Поэтому обычно их в уголке будет такой пупинка не было. А походу это знаете, что это походу начало было нового. Нет. А, не, фух. Что? Гуд. Заходи, песня, хоть смотри. Так, Сенджикс, ты их. Подожди, 5 секунд собираешь мобов. Ладно, ну, давай ты тогда лут. Все, хорошо, ты лучше закидываешь ханты, взрывные трапы, и Маша заткнешь по Сенджиксу зубы. На нас уже полетели драконы. Кто тут? А, это мой. Чей элементарь? Марсенс или твой? Походу мой. Твой, твой, пизденыш. Ага, а мне вчера за такой минус 200 дали, блядь. За моего дурачка. Да, Саня? Это не босс. Но сегодня у тебя было 3 червя, матч минус 600. Блядь, это опять до моих червячков все доебались. Тяжело. Это не червячки. Закрой. Я глистый. Ты пинок семечек поешь. Кидай, ролл. Кидай? Да, да. Сейчас я кину. Давай. А пока ты уже знаешь, что ты так говорит, короче, блядь, заебали. Ну, ты хочешь дать бабок, давай, типа. А вы босс на лестнице или на балконе бьете? На лестнице. Сейчас все расскажем. Петь, заходи как сможешь. Барметаль ты можешь просто сам. Там встать и добежать. Что ты хочешь? Кидай ролл. О, 54. А давай замеси бабки. Деды. Это специально, чтобы ты почувствовал вкус победы сейчас на 5к весело. Какие-то опасные авантюры начинаете. Он там уже на стену хуярит, и бабки психи. Дайте Геру потому. Дайте Геру потому. Что давайте за... же на полтинник играть, ебать. Еще нет, ну. Дайте Геру для кого нет. Кто вздыхал там. Ну, на парочку людей сработал. Женя, Вакати и Сенджикс, отдайте массейф, типа выполнил. Отыграться хочешь? Под лицом. Да? Под лицом тоже никто не стоит. Кидай, кидай, ролл. Знаете, да? Да, нет. Выиграл покал снова. Да, да. Блядь, красавчик. Давайте массейвы. Вон от река. Чё, нет, это нет, не надо, не надо, не надо, я не хочу. Всё, блядь, Сэнджикс, веди лучше. Да отстаньте вот, блядь. Да я пойду, водички я наберу лучше. Сейчас я буквально минуту отключусь. Потом Фобус, этот Сацуны возьми саппроты, Вакати, у Вакати есть саппроты, и Войд возьмите саппроты. Ну это после того, как добьем эту. Все саппроты возьмете, выпить. То есть весь рейд под саппротами, верно? Да. Есть, скажем так, кто не пьет саппрот, этот человек на свой страх не пьет. Если он умрет, посмотрим, от чего он сдох.
И будет что ему минус. Если там много стаков наберет и так далее, за много. Я такого слова нет, но это ладно. Все в кучку сбежитесь, чтобы вас прохилили. Из ворота никто не убегайте. Прячьтесь за стенку. Сбегите, сбегите, массейв. Давай, Саня, ты отдай со мной. Прохил. Я. Все, идите. Разбирайте сопроты. Так, Сенджикс, ты вообще танчить этого босса умеешь? Ну, стоишь, бьешь, потом скидываешь стаки за глыбой и все. Это на второй фазе. На первой фазе. На первой фазе вон ты. Страстов начинаешь агрить его и потихонечку поворачиваешь. То же самое глыба начинает. Меня не кидайте, обмен, у меня нет сопрот. Вот. Кидай. То есть ты будешь танчить. Становишься в трусы, она приземляется, сразу ее забираешь и потихонечку разворачиваешь. У меня нет сопрота. Есть 1.5 минуты буквально. Да. Что там, похилить? Не, пока не надо. В Акате. Хотя... Давай, ладно, Войт, прыгай сам. Ну, чтобы нормально было по хп. Да, да, давай. Ты кого будешь прыгать? ВЦшника или... В Холика. Тогда я вместо Маши тебя закину. Машка. Здесь уклужись, поставьте, пожалуйста. Санька, поставь здесь мамонт, Сосона. Мамонт. Ну или мамонта. Так, короче, по тактике. Все бьем на себя, поставлю квадратик под левой лапой. Босс будет вешать стаки. Стаки вешаются от ваших лап, у кастеров закачанные с кила, а у милликов и контов от каждого удара. Как стопнуть? Так, набирайте максимум по 5 стаков. 5-6. Просто перестаете кастить, либо перестаете бить босса. Пока не спадут стаки. Спали, можете продолжать бить. Далее. Босс всех притягивает на 85%. Мы убегаем всегда на лестнику. Если будет 85%, она взлетает. Мы должны будем... Будет на 5-х людей вешаться глыба. Метки. По 2 человека. Крест, квадрат и луна. В любые метки 2 человека, в одну метку 1. То есть, если видите, что бежит 2 человека, допустим, в крест, 2 в квадрат, 1 в луну тогда, либо же наоборот. Или видите, допустим, вот ситуацию, 3 в крест бегут, 1 человек просто убегит тогда влево, еще дальше. То есть, ни в коем случае не по 3 человека, и должно быть 1 человека между метками. Вот. Потом, это первая фаза. Хау будешь отдавать первый массейв, Сацуна второй массейв на... Именно глыбы. Также. На второй фазе все РДДшники остаются в квадрате. Будем на второй фазе работать трусы и ромб. С двумя метками. В основном. Когда буду говорить, будете не разбивать метку. Ну, остальные вроде все были, все знают. В Акате уже не себя фридомы будут по себе и по Сэнджетс. Первый танчит. Первый танчит Сенджикс. А скольки? Сейчас ставлю рыбу. Мы не меняемся, а скидывать, точнее. Каждую глыбу меняете. То есть пошел, скинул. Так, и пошел, сразу поменял.
нас спал, куда ты делся? Сейчас шейдинг, сейчас вернёт тебя. Батик, ты в Аршаве? Да. Вот, прыгай обратно в этого тогда. Еще есть время. Мне никто не говорил перепрыгивать обратно. Ну, вот, на леща перепрыгни. Войт, прыгай в этом. Все. Вон рыба стоит, восстанови. Так, ладно, ты детектор надену. Не буду. Дайте сопрот, кто им сейчас хрена в меня накинет. Один. Просто делай то, что говорят Натали. И все. Не набирай много стаков, прохиливай. И все. И выноси метки, куда все говорят. Возьмите все огуречку. Готовность на пол. Все готовы? Пошли, Сэндик, сиди. Куда ты полетел, Сэндик? Вон, с трусов забирай. Репоты нажали. Чуть подверни еще. Вот так, так. Текучий пес. Кто-то ливнул с леди? Нет, про собаку. Не, я просто посмотрел, у меня Маша в четвертой группе, потом вспомнил, что я сам по таким. 1% притяжка, приготовились выбегать. Бежали. На лестницу. Выше первой ступеньки не поднимайтесь. На первую ступеньку ждем, сейчас метки пока закинутся. На кого метки не кидаются, сразу вверх поднимаетесь. Все, по два человека. Шанишка, с тебя всех нужно метки будет закинуть. Санька, смотри, чтобы не проморозил. Отлично. Все, кто не умеет бегать, прячьтесь, бегайте за другими. Метки до 20% подбиваете. Сестра, бегай за всеми. Будет нормально. Войт тоже самое. Перебежали, ловец снов еще один. Сенджикс готов все ловить. Разбиваем метки. Что-то мало урона сегодня нанимать. До 20%. Да разбейте, блядь, последние РДДшники заставляют миликов, блядь, бегать. Под левую лапу. Старайся босса еще ровно ставить. Криво словил, да, сейчас. Сэн, сейчас есть, дай. В следующий раз, если трусы тоже смещаются, короче, с меткой и ром. Это касается второй фазы. Поэтому старайся ровно это... ловить. Я думаю, мне тут мало. Ну да. Нет, не летика. Убежали. Шенджикс, нажми массейв. Там херово притянуло. Отдай БР Лолу по нему. И ребаф. Старайся ровно держать. Это очень важно. На первую ступеньку выше не поднимайтесь. Я блинканусь в крест. Стой в квадрате, блинканусь. Бля, чуть отрыв не прожал, короче, заебись это. Лево падает. Право падает. До 20% подбивайте. Правую вылу подбейте. По центру падает.
Ща уинер зальешь. Лево, пол, отдыхай, иди лови уже, выходи. Разбивайте, разбивайте. ДК как ты ловишь, ебать. ДК еще раз, становишься в трусы, из трусов ждешь, пока она подлетит к тебе, и потихонечку разворачивай. Прям в трусы становишься. Смотрите, подойдите ближе, тут сейчас пиздец будет, если не... Ближе к фрейму подойдите. Женя, в Акате готовьте что-то массейв. И мастер на лед кто-нибудь возьмите, фобус, допустим. Усяо инер по Сацуне. Бежали. Женя, нажми массейв на всякий случай, в Акате. Когда он последний крючок делает, ты уже выбегаешь, увидите, и ловишь трусов. После того, как она приземлится, РДшники остаетесь в квадрате. Если нормально словят, будет отлично. Выше первой ступеньки не поднимайте. По два человека, все остальные наверх. Молодцы. До 20% между центральной и левой. Там, почти там же падает, так же стойте. Слева, все с правой стороны должны спрятаться. На лестнице перебежали с другой стороны и спрятались. Глубро. Иди лови, цель. Бэр по халу отдай, Чеславный. Глыба сбок, сейчас. Дам. Дам. Все, ему инер закинули. РДДшники в квадратике остаетесь. Хал, как будет, как Сэнджи, как будет, Даша? Легалайзу. Тихо, блин. Легалайзу, хуя ему. Первую глыбу в ромб выносите. Только ромб чуть-чуть, смотрите, будет правее нужно стать. Танишка побежала, Марта. Смотри, под лицо не зайди. Вот так, молодец, Марта. Милики пошли разбивать ромб сразу. Следующую в трусы. В трусах не разбиваем. Все хилы этот. Нажми гимн, Войд. Кусяло, побежал, кусяло зубы. Отбежали милики в РДД. Перебегите за мной. Не разбивайте метку, стоп, топ урон, бежали. Следующую в ромб и Геру даем потом, когда он закастует. Отдали Геру, следующую в ромб. Аня, выбеги ромб. Все. Где скидывается так? Милики пошли разбили ромб. За ромбом, кстати, сейчас. Следующий апокалипсис в трусы, в Сацуне массейв. Апокалипсис, трусы. И так тут, не паникуй. Разбили все в труса. Следующий ромб. Если скинул стаки, можешь забирать. Очень славность, ромб. Только под лицо не зайди. Следующую в трусы, в трусах не разбиваем следующую. Кусяо побежал в трусы. Да. Хау, нажми массейв. И Сенджикс тоже нажми массейв. Сенджикс, иди скидывай. Спрятались за глыбу. До 20%. Не разбивайте. Милики убежали. Свободный БР по шанишке отдайте. Следующую просто в ромб выносите. Добивайте босса. В трусы следующую. Давайте в трусах все-таки скинем стаки на всякий случай. Легалайз в трусы, отбежали все от трусов. Женя, в карте нажми массейв. Разбили в трусах и убивайте босса. Просто выносите метки куда угодно. Только не в рейд. Энлит, выбеги, главное.
Изи, блядь. Я даже не почувствовал. Сейчас ты спину отправил. Вау. 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 Ебать. Ебать, танка. Так, за КД падаешь. Скажем так, Сэнджикс, я бы тебе ее отдал, но ты новичок у нас в гильдии, но поэтому не, будешь ЕПшить наравне. Будешь ЕПшить наравне с ребятами, которые уже дольше. 45 ЕП-то мне должно хватить. Сколько? Нет, у нас просто, скажем так, по мейну, ты бы ее забрал, эту тринь. Ну, просто ты новичок, поэтому... Да я понимаю. На вакансии как раз... Так, может, ЗКД падает, можешь не париться. Недостающие участки. У меня вопрос, минуса давать им тем, кто падал или нет? А минуса за что именно? За какие смерти? Просто по факту сидящие ну, такие кто-то глупые. Кто-то в вспышке сдох, кто-то на глыбах сдох. Ну, до второй фазы не было глупых смертей, нас просто притянуло первый раз херово, поэтому человек сдох, я там поэтому и сказал сейф отдать. У меня самого есть, это не блин, потом... я бы... О, давайте да, лучше плюсам. Короче, смотри, я к чему спрашиваю? Я просто ебал уже спорить со всеми, там, нытьё вот это слушать. Я спрашиваю, давать, не давать, потому что все остальные рейды давали, вот и все, мне все равно. Ну, давай. Всем давай, кроме этот, тот, кто на первой фазе сдох. Там, потому что притяжка херовая была из-за того, что босса плохо поставили. Давайте лучше плюс Войду, он я хилил, блядь, связующим 200 тысяч, блядь. Хилы, когда сдохли, блядь. А. Ладно, короче, кто не знает тактику налича, лучше с этого начнем. Не перепивайте фласки, оставайтесь под саппортами и хуели, чтобы только фласки тратить. Вы что, забыли? Я извините, я больше так не буду нахуй раздавать. Верните нахуй себе обратно фласки. Все, ешьте рыбу. Короче, мы все стоим в одном фрейме. А, не будем в одном фрейме. Потому что новый танк, поэтому по-другому. Короче, Сэнджикс будет босса танчить, Женя в акате трэш. Я уточню, я сначала его танчу тут, потом перевожу его туда, ну, в центр. Потом просто на первой фазе. Да, справа влево вводишь. Кидай ролл. Вот, начинай. Начинаешь здесь все, давайте быстрого, готовность на пол. Можно быстренько вкратце. Ориентировки меток наставь, чтобы там координировать просто и все. Да, чтобы я вкратце просто сказать, чтобы я мало ли не затупил. Это на вторую фазу крест. Примерно где-то путь будет. Клян, наверное, пропадет квадрат, там идет этот, пойдет. Так мы в одном фрейме, или нет? Нет. Все. И он квадрат трусы этот для третьей фазы. Все, все готовы. В первой фазе я куда его ставлю с пула? Ну, сюда идет. Где печенька прыгнула. Да. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Можешь дать всем минус. Но я тебе говорю, что я сам еле успел. Если бы меня не блинк, я бы не успел уже. Меня потянуло и вверх подняло. Дискриминация опять идет. Легалайз бы так пизды получил бы, блядь. Вас по-любому пизды получил бы. Сам нависел на себя этот ярлык, так что... Тут уже ничего не поделаю. На тебя поставлю квадратик, бегаете все за квадратиком энергию дальше. Припоты нажали. Мы же вместе, ты, нет? Нет. Скоро будет чума, приготовьтесь влево выносить второму к печеньке. Good Raven. А пока зависит еще.
Зависли. Короче. Может, отвезите. Иннар, Чеславность по хаву. Пщава тоже по хаву. Ну, если отвиснешь. Окей. Успели сосуны? Скоро чума будет. Отбили Таня. Выбежала. Все. Бегай. Отвисли или нет? Я нет. Нет. Сколько у вас человек зависло? Сначала узнаем через минуту. Трое. Ну, я слышал, что трое как минимум. Как бы думаю. По ДПС смотрю, вроде... Не трое? Ну мы сейчас да, умрем, да. Короче, на этой хуйне, если нас там трое, да и все. Ну, да. Мы вас просто, если отвисните, БР не будем. Давай, давай. 6% фаза. А ну я могу и тоже завис. Хау, как тебе так мана садится? Берегитесь. 1% фаза. О, разобрали. Хау. Я вообще... Я опять завис. Фокси диспел. Он лит. Стань диспель. Я с этим сервером разобрал. Ладно, давайте просто упадем. Зайдите все в центр. Не вставайте только, не вставайте. Бетик встанешь, лезь, на срез закастуешь. Нормально бить. Если бы хал вынес нормально. Ну что там, чума еще по рейду начала прыгать? Да. Да. А сказать за что? Я знаю. Там на этих крутят ДПСик, да? Да, доточкой. Кто крутит? Кто крутит? Ну тут только в смысле крутит, типа. Что ты приседал в ауде или бегает туда, типа? Нет, крутит он имеет в виду, что он накрутил столько, что они сорвались, пошли в рейд, вордлак сдох, чума пошла на рейд. И она, ну, сколько ее не диспелит с людей, она бесконечно будет перекидываться. Но дотки тут не у многих людей. Ну я вот смотрю, чума вот смотрю. Ладрейвен. Того, потому что Хал он не в мобов забежал. А типа слева побежал от мобов, и там был рядом с ним Рога, а от Роги задиспалилась в рейд. Типа, это не из-за того, что кто-то там крутит ДПС. Да, из-за того, что рядом просто бежали. Ладно. Поэтому никому минус ащи не надо давать. Это номер из-за того, что зависло. А типа то, что танк новый, вы чем это отличие, типа, что в одном паке не бить, объясните, пожалуйста, пока бафаемся. Мне просто интересно. Ни в чем, не знаю. Я опять завис. А пока ты завис? Да я вообще с игры вышел, потому что, блядь, да, тогда тоже завис. Давайте релогнимся все на всякий случай, а ты хуй знает. Да это не релогнится, это прокси, кто через прокси сервер играет, наверное, 90% сейчас ладит. Я понял. Ну да, даже в игру зайти не могу сейчас. Бля, печально, у меня на полчаса, наверное, остался. Ну, 40 максимум. Давайте разлагивайте, нахуй. Я интернет отдам себе. Будем бить без них. Так что, все равно же доп ЕП получаем, да? За что? Да. За то, за что? Время. Да. За каждые 30 минут после РТ, типа, еще 30 минут не прошло. Блять, мы прошло. Почему не? 16.00 или 16.30. 16.30 в правилах пишут, не знаю еще. А, ну, вот еще 10 минут как раз. Вот как раз полчаса. Да, о, мне Юрий написал, Ебать. Кто? Давайте бить, блять, тут. Так ждем, 3 человека нет тут. Ставьте в кап.
поле вернется, сейчас говорю. Там одетый наставник. Да он уже не одетый. Блин, у него бис, по факту. Он вернется? Ну Юи, он комп, блядь, начал менять, и пиздец. Юи, блядь. Ну, мы уже все танки обогнали, да. Давай, у него 262 танк с тремя печеньками, а там. Хуйня вопрос. А я думал, сам. Резко за ботами сходит, и опять бисы ставят. Отлично. Готовность. Пока. Это тут. Леча. Ну давай, ладно, все будем стоять, Женя, уйдешь просто, заберешь мобов. Все в пачке. Сэнджик, сейчас просто все в одном баке стоим. Прям все в один бак. Идите туда, короче, словите его здесь, рядышком с краем. Батите людей на хуйню какую-то. Припоты приготовили, нажали. Веди прям в нас, Сэнджи. Ну, прям в нас, веди. Развернешь спиной. Все, разверни его спиной. Ты. Женя в Акате тоже подбеги к нам. Женя тут в Акате? Стоит, блядь, походу его выкинул. Да, забираем себя здорово. Да тут, ага. Тут. Женя, подбеги к нам с большим тоже, в Акате. Бармен. Так пофиг, давайте так. Сэнджик, если что, можешь кидать. Проблема не то, что пофиг, а просто есть команды, пускай исполняют, в этом проблема. Единственный, не год. Берегитесь. Так, тщеславность Пашанишкина. По твоей сестре Кусяо. Хао, выбеги. Отлично. 3% фаза. Сэнджи, ты тоже с нами бежишь. Сэнджи. Побежали все за квадратиком. И слева, с правой стороны, вот стой, вот будешь увидеть мобов. Води, проводи еще. Анты, играйте по сферкам. Кого идет, старайтесь убегать из рейда, учитесь убегать. Сестра, тебя шла сверка. Отлично. Женя, Авокати, ты забираешь следующего духа, а Сэнджикс, ты будешь Лича забирать. Ты Детейлс и Криминалс? Давайте потом. Ахил.
Приготовились под лицо, к духу никто не заходит, когда будем перебегать. Уже 10 раз повторяю это, а вы все равно заходите. Вон, сейчас бегут, не бегите под лицо к духу. Добили духа. Забирай лича. Добили. Под жопу ключу. Где? Геру дали. Геру дайте. РДшники разбежались. Милики тоже. Блять, чуть блинк не дал в обрыв, ебано. Это подвалька, лужа кровает, ой, вайп ходит. Я бы минус убил. Да, да. Я куплю. Чуть не в этот, в обрыв не блинк не дал. Короче, воу по себе инер зальёт. Ловец снова за кусты гимноману. Сейчас уже. РДшники разбежались. Милики тоже. По валькам играйте. Твоя сестра, выбеги, выбеги, выбеги. Дерево тоже, воу, убегай. По трусам играйте. Подведи лича ближе к валькам этим двум. Пока что. Потом вернешь центр. Чтобы их лоб ливали. Сейчас добьем вальки и верни его обратно. РДшники уже разбежались по каемке. Милики убежали тоже. Кусяо, выбежали от него. Под жопу все. Если есть, да, да. Энлит. Энлит, подойди ближе, чтобы тебя прохилили. Умрешь. Так, там лока одного схватили, все, играйте по печеньке, трусы. Трусы смотрите, не дайте ей печеньки. Замедляйте их всем, чем можно. Я ж, по идее, типа, могу прыжком назад типа вернуться, да? Нормально, ты не пробовал. Отбежали РДДшники. Милики тоже. Так, числа у нас. А, нормально. Сенджикса прокинул. Жопу к боссу. Два процента. Подводи ближе к локовскому порталу. Разбежались все. Разбежались, осквернение вынесли и будем переводить лиха. Валик не трогаем. Все массейвы отдадите. Все. Массейвы отдайте. Сбежали на лед. Блять, фобус. Ничего, ничего, реснем их. Также держите духов, под лицо к духам не заходите. Фабл. Так. Играйте по сферкам. Егор, помогу по сферкам играть, дохуя. Так, Чеславность, Синнер по Лолу, Кусяо по Шанишке. Числав на себя дашь БРП Энлиту, по фобусу Лолу отдашь. Женя, ты ловишь духов, если что. Забирай этого духа на себя. Сенджикс, готовься. И, и следующего на себя забираешь. Сенджикс, ты на лича бежишь. Приготовьтесь забегать. Под лицо к духу не идете. И на сферы не идете. Забежали, забежали. Квадрат сразу? Били все духа. Нет, здесь держи. На край же дело. Жатва апокалипсиса прокиньте. Сейчас он духов вызовет и перебежим в квадрат. Да чё ты его в центре вызываешь? Я. К нам, осквернение скоро будет. Перебежали быстрее, быстрее. Осквернение право-лево немножко, бодрайвен. Центр все убежали. Бежали, бежали за спину все, абсолютно все. Да он неправильно его поставил. Спиной все держи. Справа, смотри, сейчас раз поставлю, потом будешь ставить. Не там.
Альдели, Таня, вынеси. Отбежали с лужи оба. И перебежали на другую сторону. Все. Иди за мной. И разворачиваешь. Окей, да иди его вижу, Женя. Можешь забирать. Жатва душ, нажми массейв, Жень. Не, давай, Сацуна. Лола прохил, Лола прохил. Лол, тебе нужно будет прыгнуть в мишку и сбить каст обязательно. И прохиливать духа. Право-лево разбежались. Право-лево. Все, перебегай, Санчикс. Бета-тестер. Смотри, только через лужу не беги, Санджикс. Да, можешь вот, в любой край. Вот сюда остановись, просто сюда можешь. Просто разверни его. Сань же, как будет, Даш? Ты погоди. Вакати, прохильте. Осквернение право-лево разбежались. Будреван. Отбежали от него, отбежали быстрее. Все служи. Перебегайте также на другую сторону. Воу, молодец. Скоро будет жатва душ, хау нажмешь массейв. По волу нужен будет чисплавность 2 инер по нему. Нажми хау массейв. Да. Сенджикс, нажми массейв. Будрейвен прохил. Осквернение разбежались. Да. Хау, выбеги. Да уже... Похуй. Это у меня вопрос. И вилки дамажат духи в вилки? В тебе не должны. В теории не должны, но хрен его знает. Лаутира. Там не, походу будут дамажить, потому что там и физы, и магический урон. От духов. Я, блядь, вот этого не помню. Помнишь, вот Валик я отрывом обратно возвращался? А вот это... Смотри, вот там идет... Там чат тьмы идет, и этот... В Зуломане же, это, стрела тьмы, блядь, не дамажит, значит, и это не будет дамажить. На этом, на предпоследнем боссе, как его там зовут, это ну это так, на всякий случай, мало ли, чтоб... Напишите... Ага, значит, до 16.30, окей, напишите всем, что РТ закончено в DC кто-нибудь, чтобы плюсовали все. Ради ИП. Кто был на замене? Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Вот у Фолах ровно 5 часов. Да. Бля, покал ДПС. Да, блядь, бегать заебался к спортсмену. А еще будет что-нибудь? Душ, чай, кофе, долларан. Вкусный суп. Не, в плане ГМХМ там планировали вроде как. О, хуета. Прилив? Чё, прилив заебись? Прилив кому? Фоллоу скину разрулится. Тебе не могу сказать. А, давай, давай, кидай. Фоллоу дам. Фоллоу. Да, 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 да. Воин охотник шаман, я на фоллоу заберу за всё. Да, ребят.